Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о очень классном браузере, который превращает ваш iPhone в iPad, в практически iPad. Это очень уникальный браузер, в котором есть очень множество классных функций. Первое, что хочу заметить, это, конечно же, платное приложение, но я объявлю конкурс и раздам промокоды активным участникам. Об этом я расскажу в конце видео. Но приступим к началу к тому, что очень быстрый серфинг в этом браузере, блокирует абсолютно всю рекламу на сайтах, без назойливых пуш-уведомлений, фоновых воспроизведений аудио-видео файлов и многих других фич. Давайте же сначала зайдем в него, посмотрим, что оно собой представляет. Здесь нас приветствует тем, что можно зайти через Touch ID или Face ID. То есть есть такие настройки. То есть вкладки будут выглядеть так. Вот такие вот у нас тут сайты. Они очень, в принципе, комфортно прогружаются, видят по самой себе. То есть вот этот сайт очень тяжелый, и рекламу блокирует абсолютно всю. Сами об этом убедитесь, захотите, введете и посмотрите. Вот эту строку состояния можно убирать и настройки вводить под себя. Новая вкладка открывается также очень легко, как и свайпом влево-вправо убирается. Как захотите, так оно и будет. Но давайте же перейдем к самим настройкам. Что у нас здесь есть вообще? Полазим по самим настройкам. Вы можете выбрать здесь ночной режим, но оно особо ничего видно не будет. Так, вернем обратно на дневной и посмотрим. У нас есть здесь закладки, то есть сами файлы, действия разные, шаринг. Вот видите, AdBlock уже включен. Пролистываем. Здесь видеопросмотр в полном режиме, то есть полный экран. Выбрать можно чисто текст, либо будет чисто картинки. Как хотите. Нажимаем настройки. Что мы здесь видим? Здесь синхронизация с iCloud. Заходите, нажмете, можете синхронизировать ваше устройство. В общем, будет классно. Здесь выбираете вот вкладки, настраиваете под себя. Вкладыши разные, то есть языки по умолчанию, размер шрифта, поворот экрана и все остальное. AdBlock, понятно, настройки страницы, режим чтения. Все настраиваете под себя. Настройки видео. Также выбираете качество, как будет воспроизводиться, через что и почем вообще вам как душе будет угодно. Настройки домашней страницы — это все те обычные настройки, которые встречаются во всех браузерах. И все остальное. Вот именно то, что я говорил. Настройка приватности через Touch ID. Выбираете запрос пароля. То есть все как вам нравится. Все сделаете. Обмазывайтесь с этими всеми функциями. Пользовательские настройки — это специальные настройки, которые, скажем, не для обычных людей, а те, которые все-таки люди более-менее прошаренные. И лазить им только там. Мы здесь лазить не будем. О чем говорил? То есть, если вы смотрите ютубчик, вот зашли вы, допустим, на мой каналчик, вот, включаете какой-то видос, неважно, вот, он уже будет идти в фоне. Итак, то есть, нажму на паузу, пока мы этот все-таки свернем ниже. Вот, видите, окошечко. Оно может быть где угодно. Где мы его поставим, так оно и будет. Это может быть, вы можете здесь смотреть там какие-то посты читать, либо же читать новости, перейти на другой сайт, либо же там искать музыку, что угодно. Оно вам абсолютно не мешает, это окошко. Это так же самое работает на музыке. Вы когда перейдете в музыку, допустим, нажмете на какой-то трек, он там прогрузится, начнет играть. То же самое. Вы включили музыку, заходите, читаете свои любимые книги, пишите заметки, пишите сообщения. Это абсолютно полное взаимодействие с вашим устройством, и это ничего не мешает. Очень классно, комфортно. И какие же здесь есть фишки? То есть, кроме этого, вы можете ставить приватный режим, вот, пользоваться в этом приватном режиме. Здесь все, опять же, под пароль, все как угодно. Либо сохраняете в приватном режиме, вы же также выходите. И очень комфортно и классно, как по мне. Но какие же здесь есть преимущества в самом приложении? То, что я уже назвал, то есть блокировка рекламы, без назойливых пуш-уведомлений, воспроизведение картинка в картинке, это называется, то, что я только что показывал, и все остальное. То есть, когда вы выходите, заходите, то есть никакого Touch ID, пароля или Face ID не будет. Но когда вы закроете приложение и заново захотите зайти, то есть уже будет опять подпароленный. Дальше, загрузка файловых систем, то есть различных файлов с устройством, абсолютно разные. Аудио, видео, фото, то есть документы какие-то, все различные, PDF форматов, еще каких-то, все подгружается. Все форматы чтения электронных книг. Ночной и полноэкранный режим, сами видели, передача, то есть передняя и задняя камера сканирует QR-коды. Печать, опять же, и создание PDF-файлов, настройки шрифтов на странице браузера и изменение темы оформления, то есть как вам понравится.
То есть немного другое в расширенных настройках браузера. Захотите, разберетесь, полазите. Я рассматриваю лишь малую часть того браузера, которая здесь есть. Вы можете менять настройки под себя, как вам будет больше нравиться. Итак, теперь о чем же я говорил. Браузер классный, но он платный. Что нужно сделать для того, чтобы получить это приложение бесплатно? То есть введете промокод в App Store. Вот это будет приложение. Оно там весит совсем до ничего. Но чтобы ввести промокод, вы можете сделать Haptic Touch прожатие и ввести код. Вот здесь введете код, выскочит такое-то окошко. Вот, и в этом окне вы уже конкретно вот код вручную введете. И здесь уже будете вводить код, который вам нужен. Но, чтобы дойти до этого, нужно принять участие в конкурсе, о том, о чем я говорил. То есть, браузер нужно будет разыграть. То есть, что нужно будет сделать? Подписаться на канал, первое, поставить лайк к этому ролику, нажать на колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Оставить любой комментарий под этим видео. Зайдите в ВК ко мне на страницу, все ссылки будут закреплены под видео. Делайте репост первой записи себе на стену. И не удаляйте эту запись, то есть этого перепоста себе, до окончания розыгрыша, то есть через неделю. Кидаем мне скрин ВК, чтобы я сделал, подвел данные, у кого больше всех будет репостов. То есть я подведу итоги в прямой трансляции, либо же это будет в Ютубе, либо же это будет в Инстаграме. Мы еще разберемся. Я в сообществе об этом сообщу. Что у меня есть 9 промокодов, я свободно разыграю на 9 человек, даже если всего 9. Примет человек участие. То есть вот так вот. Принимайте участие, через неделю мы с вами разыграем этот отличный браузер, который вы можете использовать под себя, для себя, как вам будет угодно. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, и увидимся через неделю. Всем пока.